В администрации Ленинского района состоялось очередное 37-е заседание Совета депутатов. На повестку дня были вынесены вопросы о бюджете муниципального образования, о принятии к осуществлению отдельных полномочий по формированию прогнозных показателей проекта бюджета сельских поселений Володарское и Мулоковское, исполнению контролю за исполнением бюджета поселений на 2016 год. Основным докладчиком по вопросу бюджета выступила начальник финансового управления администрации района Татьяна Макушкина. В соответствии с планом работы антитеррористической комиссии Ленинского муниципального района 25 ноября проведена объектовая тренировка по действиям при угрозе совершения террористического акта на нефтебазе города Видное ООО «Лукойл Центр Нефтепродукт». В ходе тренировки проведена эвакуация персонала нефтебазы, отработаны вопросы взаимодействия и практического действия сотрудников правоохранительных органов МЧС, Видновской станции скорой медицинской помощи. В кинотеатре «Искра» состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Матери. На праздник были приглашены свыше 500 человек. Многодетные матери, матери-руководители, матери, достойно воспитывающие своих детей. Для всех собравшихся была подготовлена концертная программа. В фойе кинотеатра прошла выставка детских рисунков «Моя мама». Особенно отличившимся были вручены благодарственные письма и подарки от главы района Олега Хромова. В эту субботу, 28 ноября, состоится авторская программа Олега Федорова «Квартирник». Гостем передачи будет гитарист-виртуоз, входящий в пятерку лучших гитаристов мира, Том Синатра, племянник Фрэнка Синатры. Пообщаться с гостем программы можно, позвонив в прямой эфир на телеканал «Видное ТВ» по телефону 8495-541-2540. Начало трансляции в 19 часов.